шума на фоне стены в полицейском участке, что-то такого плохого нас приняли. Есть $300 у нас. Я реально. От границы по дороге, и мы в первом крупном городе, называется Гедарев. Добрались сюда уже затемно, нашли отель единственный в городе, точнее их два, этот самый лучший, стоит $30 за ночь. Вот с таким вот балконом, вот с таким вот видом на город. Сам номерок достаточно простой, горячей воды нет, кондиционера нет, зато есть телевизор. Ну а мы едем в Хартум. Вообще, Судан — это не та страна, куда я бы хотел переехать жить на постоянку. Но вы мне каждый день пишете в разных соцсетях, куда мне переехать, как мне переехать, что мне надо сделать. Так вот, специально для вас я нашел сайт. Называется Russian Immigration, или коротко rusim.com. Если вы мечтаете уехать из страны и не знаете, как это сделать, какие существуют нюансы, особенности переезда, вам лень копаться по куче форумов и сайтов, то на портале Russian Immigration вы сможете пообщаться напрямую с уже сделавшими это нашими русскими людьми, читая их блоги и советы. Также вы можете разместить свое резюме и поискать вакансии компаний, которые созданы русскими соотечественниками за рубежом. А если вы уже сам иммигрант, только на этом портале впервые вам заплатят за ведение блога. Также есть возможность выкладывать видео и писать блоги. Переходите по ссылке, она в описании. Хотя и так просто запомнить. Russian Immigration. Решили снять таймлапс. Смысл заключается в том, что чем дольше идешь по улице в Хартуме в жару, тем больше становишься похож на негра. То есть сейчас мы практически белые, когда дойдем, будем уже неграми. Давай такой таймлапс замутим. Особенно давай почаще кричать это слово, чтобы они сразу... Таймлапс! Таймлапс! Я не про это, про второе, кем ты хочешь стать. Понятно. Но... Можно я стану белым человеком? Да, можем снять таймлапс, как мы идем вдвоем, но... Ну, остаемся белыми людьми. Нет, я становлюсь негром, а ты остаешься белым. Потому что ты идешь по тени. То есть я в твоей тени сейчас, да? Вот так вот можно сказать. Да. Понятно. Короче, в Хартуме, в Судане, тут пекло. Пока, говорят, не очень жарко. 41-43. Господи, разве это жарко? Да, но... 58 это жарко. 58, да, это жарко. Это жарче. Для тех, кто хочет разницу понять, 43 и 58 это такая же разница, как плюс 15 и плюс 30. Вот, только в худшую сторону. В Судане есть черный рынок обмена валюты. Официальный курс в банке 22 суданийских фунта за доллар. А на черном рынке цена доходит до 40. Сейчас мы попробуем поменять и посмотрим, получится или нет. Потому что зачем менять по невыгодному курсу, если можно поменять по два раза более выгодному? Не знаю. Я думаю, лучше сейчас не снимать. Почему мы на фоне стены в полицейском участке? Что-то такого плохого нас приняли. Значит, мы зашли в какое-то место, нас завели в какой-то подвал, чтобы мы поменяли деньги неофициально. Неофициально он сторговались 33.30 за $1. Официально, как я говорил, уже 22. Вот, соответственно, сейчас сидим в подвале, ждем. Деньги отдали. Похоже, накидалово, но как бы пока ждем. Сейчас чувак еще с камерой, наверное, стартать. Типа, ой, можно я друзей поснимаю тоже? Okay, good, thank you. Вот чувак, который нас звал. You are operator, yeah? Cameraman. I am Mullah Abdelbari. Yeah? Mullah Abdelbari. You speak English? No. No? Yeah. Он арабик. Чукран, это спасибо. Ассаламу алейкум, это здравствуйте. Что еще нужно сказать? Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Yeah. Тамам, тамам, альхамдулиллях. Тамам? Тамам, альхамдулиллях. Тамам, это... Мия, мия. Тамам, это как дела, значит? Рус? Рус, yeah. Yeah. Please, you know, please. In English. Hi, please, Makan. How? Makan. How is it? Small? I'm this dish.
Нам привели пачку денег. В условиях полной секретности происходит все это. Прячь, за пазуху. У меня 500. 5 тысяч ты имеешь? У меня 5 тысяч. Короче, нам сначала принесли пачку денег большую. Сейчас мы полтинниками поменяли. Тебе 3300. Оставляю 3330. А мне все легко. Потом, ладно, забери все, потом отдашь мне. На тебе резиночку. Это самое главное. Ведь он проявляет чудеса операторские, снимает с разных углов и разных ракурсов. Блять, как мы эти деньги спрятать? Здесь $300 у нас. How much salary in Sudan? How much is it? Salary. How much people get every month salary? Like if you work for factory and for company. Oh, in a store. In a store. You get paid in Sudan. 10,000. Generally, 10,000 every month. Действительно, как раз вот $300 есть, если по черному курсу. Как думаешь, нас забалтывают, не выпускают из подвала? Или что? Или просто приличие? А, мы же чай заказали. Да, мне кажется, что сейчас будет натурный чай, когда мы... Что-то я тупанул. Да, машара. Надо, короче, выпить и быстренько уйти. Да. И уснуть на улице. Да, уснуть на улице. Пусть раздирает нас все. Что уж. Короче, на рынке продают вот такие тюбетейки, хочу купить. Интересно, только для мусульман или все могут купить? Идет? Все ништяк. Или нет? Ты меня обманываешь, наверное. Мне кажется, что я похож сейчас на обезьянку из мультика «Аладдин», Апу. Помнишь, там такой был? У нее была маленькая такая. Чик-чик. Я такая же. Она увидела пачку денег, сразу предложила мне несколько. Кто голову не напечет? Для полного перевоплощения мне осталось купить только туфли. Это снейк? Это... Yes? Туфли из питона. Вот такие вот. Но этого делать не буду. Зашел на рынок померить, покупить джелаби. Вот такая штука, халатик. Стоит $10. Это идет сначала верхний слой, а под ней идет, да, подкладка. Все, уже купил, сейчас хочу снять футболку, потому что жарковато в футболке. И буду так ходить, как суданец. Как вам, нравится, нет? Перевоплощение. Напишите в комментариях, нравится или нет. Прикольно, интересно. Белый цвет из сезона в сезон атакует мировые подиумы. В общем, эти расисты обзывают меня по-разному. Говорят, чтобы я снимал джелабию, что они не хотят ехать со мной в одной машине. Да, Дим, вообще. Чё ты такой расист? Я не расист, но я не люблю, ты знаешь, кого. Кого? Пидоров, что ли? Причем здесь я? Нет, лично я-то просто боюсь, что ты наступишь себе на подол. Когда ты в ней ходишь, влезаешь, ну, в машину, вот в этой вот рубашечке. Танцы никто не падают, я не упаду. Так, ребят, налево, направо. Уф, ладно, ну, поехали.
каждом светофоре огромное количество детей. Попрошаек облепляет машину, и их прогнать можно, только включив камеру. Они сразу все разбегаются, потому что они боятся, что я украду их душу. Укради у меня, что, прям облепили. Что я... Вот это вообще, смотри, бесстрашный. Даже язык высунул. У него нет души. У него нет души, уже украли. Ты бить не должен. Бип! Помимо того, что в Судан не так-то уж и просто получить визу без приглашения из Судана, так еще и по прибытии в Судан в течение 3 дней нужно поставить регистрацию себе о том, что ты прибыл, что вот такой-то, такой-то, заполняешь анкеты, платишь 20 баксов и тебя регистрируют. Короче, куча бумажной волокиты. Вот в какую-то фигню нас привезли. Сейчас будем делать. А вот стоим в очереди, ждем, все оплатили, анкету заполнили, сейчас выдают паспорт в фигнюшку, и можно будет ехать смело по Судану, никто не будет останавливаться, спрашивать разрешения. В общем, зашли в супермаркет, надо закупиться едой перед долгой дорогой в пустыне. Чего ты, пиво не можешь найти? Пива тут нет, Судан мусульманская страна, здесь вообще алкоголя нет. Мы сюда зашли, когда я не был. Ну ты же здесь был, ты должен был знать. Здесь всякие оливки, 15 видов. И пошли сладости. Сладости, 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 сладости. Сладости, сладости. Вот, и здесь всякие пошли уже тоже орешки там и так далее. Все достаточно дешевое. Финики, я очень люблю финики, они здесь стоят. Вот такая пачка стоит от 1 доллара до 1,5. Вот как, я финики очень люблю. Набрал там разных всяких на пробу. Блин, всяких сладостей тут полно.